В завершении выпуска сообщим о том, что рассказали синоптики. Ухудшение погодных условий прогнозируют они в ближайшие дни. На подходе воздушные массы с центральных районов европейской части России. С ними на большей части страны ожидаются дожди с грозами, местами с градами, шквалистым ветром. В горных районах на юге и востоке республики возможны ливни. Температура воздуха при этом будет местами ниже климатической нормы. Завтра в столице ожидается погода переменная, днем временами дождь, гроза, возможен град. Ветер будет восточный с переходом на северо-западный 9-14 метров в секунду и днем порывы 15-20 метров в секунду. Температура ночи ожидается 7-9, тепла, температура днем ожидается 19-21. 7 июня уже в столице погода будет без осадков, ветер будет северо-западный 9-14 метров в секунду. Температура ночи ожидается 5-7, тепла, температура днем 20-22.